шрам, а на вас лапленяя взоры, неслышной поступью авроры, струящий первый свет лугам. Я жажду с ней объясниться. Вы как кузен, само собой, ее проводите домой. С тех пор, как я хочу жениться, я знаю, ей мое родство уже внушает подозрение. А прежде я не знал стеснения и не боялся ничего. Будем кузен или знакомый. Пока мужчина не влюблен, свободно к даме ходит он и запросто, и на приемы. Но стоит лишь ему влюбиться, он реже посещает дом, он даже говорит с трудом, он робок, он всего боится. До церкви близко, идя на блеснуть, желая красотой, почтила камни мостовой. Видали ли вы, как утром рано восходит солнце в ореоле огнелучистого венца? Ха! И затмевает блеск тельца, пасущегося на лампуле. Вот и со мной случилось так, с тех пор, как я в сетях Дианы. Из-за моей сердечной раны я отлучен от многих благ. Я с ней видеться не смею, так как в былые времена. Я прав! Я прав! Еще раз!
потому, что солнце, идя зодиаком, дарует блеск различным знакам, томимым ревностью к нему. Уже вручение его венца граф Федерико ждет, как видно. Один из вас, коль не обидно, изображает знак тельца. Ему на это все права, как первому и как кузену. Я прихожу к нему на смену и буду в небе знаком льва. Thank you.
Я медлю здесь, чтобы вас увидеть. Я очень рада встрече с вами, граф. И я, сеньора, с той же надеждой пришел приветствовать вас. И проводить вас. Сеньор Маркиз, я счастлива, поверьте. Благодарю вас. Всюду быть, где вы, повелевает мне любовь. Колонит взгляд.